Итак, один участник отцепляется от нашей колонны, ему домой идти, это Саня. В общем, какой отчет по этому первому дню мега-челленджа? Прекрасно. Тебе понравилось? Конечно. Надо будет повторять почаще. Почаще. Ну вот у нас впереди еще 9 мая, если, конечно, я буду тут. Ну, надо посмотреть по это сам по делам, и тогда не вопрос. Да, вот. Прокатиться не проблема. Да. Главное, чтобы гаишники мог не вынести. Вот это самое главное. Потому что из-за них я почти год стоял. Еще и штраф платил на блокпосту, да? Не, так это штраф на блокпосту, то фигня. Мне 510 гривен штрафа, это самое. Ну да. Протокольчиков сделали. Повторное или что? Нет, ну там... Я понял. Свои дела. Я тебя... То, что на блокпосту, то по налогам. Да. Я тебя понял. А этот я пока еще не платил. Так что можно ожидать. Можно ожидать это. Я понял. Ну как думаешь, расход у тебя был нормальный, как для. Ну, в районе 3 литров. 3 на сотни где-то, так, да. Плюс-минус. Плюс-минус. Потому что сейчас не сухой же бак. Ну да. Сотни мы намотали. Да, почти сотни. Заедешь как раз, думаю, замерить. Ну, с учетом того, что. По пахоте я не слабее вас. Вот действительно, на вот этих... Я считаю нормально. На вот этих стандартных 10-дюймовых колесах человек шел по пахоте еще впереди нас. Дурика я обогнал. Да, ты... Я считаю это хорошо. Да. Это хорошо, еще и нагло. Нагло. Вот у Ромы, грубо говоря, вот посмотрите, на какой у него клиренс. Я вот сейчас вот руку привожу. Ну, то есть мне по локоть, Рома клиренс по локоть. И Саша нас... Я молчу. А вот Саша где-то с ладонь. И он нас по пахоте обходил. Да, вот видишь, ладонь у него клиренс. Он нас по пахоте с Ромычем обходил. Нормально. Можно было бы и порезвее, но я не старался. Да, зачем грубить технику на неведомой дорожке? Я понял, Саша. Спасибо тебе, что принял участие. Звони. Да. Рома точно будет звонить завтра. Надеюсь, мы с ним увидимся. Завтра? Да. Посмотрим. Ну, я говорю, надеюсь, а там уже такое дело. Надежда умирает последняя. Она в реанимации, но она еще не умерла. Вот. Ну, если что, послезавтра. Так что... Я понял. Ну, все, пацаны. Удачи. Отдыхаем. Удачи. Всем все, счастливо. Ни гвоздя, ни жезла. Да, привет ребятам в Энгельсе и Саратове, которые сейчас тоже. Привет. Всем пока. Пока.